Дорогие друзья, с вами Мистерник. Сегодня я вам расскажу секреты Google. Я их вам расскажу сегодня 5 штучек, а дальше вы все увидите по ходу. Первый секрет: нам надо написать вот такое сочетание слов. Do a barrel roll. Как видите, наша страница Google поворачивается на 360 градусов. Сейчас будет немножко похожий секрет, только он чуть-чуть отличается. Вот, мы пишем ASCII, и сейчас мы увидите. Вот, как вы увидели, наша страничка Google наклонилась. Дальше мы что пишем? Пишем blink и html. И как видите, сейчас у нас горят слова blink и html. Вот, они тут где появляются, они везде горят как бы. Есть такой же похожий прикол, только со словами blink tag. Тут то же самое, только горят слова blink и tag. И последний прикол на сегодня, который я вам покажу, это сейчас увидите такой своеобразный этот прикол такой. Вот, мы пишем Блетчли парк, это историческое место. И как вы видите, вот тут вот у нас происходит нечто. У нас выводятся слова Блетчли парк, и все. Это, знаете, такое в Англии вроде историческое место такое. Там во время Второй мировой войны там она что-то значила. В общем, кому понравилось, ставьте лайк. Для того, чтобы вы узнали еще 5 секретов про Google, мы должны давать набрать 5 лайков. Этого, думаю, хватит для начала. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и всем пока.